28 ноября начался Рождественский пост. Это церковная традиция, когда верующий человек готовит себя к большому празднику – очищением телесным и духовным. Пост заключает в себя воздержание. Воздержание, в первую очередь, от всякого веселья, от употребления там, спиртных напитков. И, конечно же, есть определенные ограничения в принятии пищи. На время поста мы отказываемся от пищи животного происхождения, но в этот пост рождественский разрешается вкушение рыбы. Не рекомендуют есть рыбу по средам и пятницам. Послабляется пост для военнослужащих, беременных и кормящих женщин, детей, учащихся, заключенных в местах лишения свободы и больных. Продлится рождественский пост 40 дней, включая 6 января.